Nie tak ja ожидал провести этот вечер. Я знаю, что вы ждали. Так лучше, поверьте. На кого ты работаешь? На Лермонтова, да? Он все еще думает, что мы должны через него толкнуть наш товар? Я думала, генерал Сологуб отвечает за экспорт. Сологуб? Курьер, он прикрытие. Твоя устаревшая информация подводит тебя. Знаменитая черная вдова. Оказалось просто, что одно красивое личко. Вы правда думаете, что я красива? Скажи Лермонтову, что он нам не нужен, чтобы толкнуть танки. Скажи ему, он выбыл. You may have to write it down. Да? Это ее. Ты слушай внимательно. You're at 114 Selensky Plaza, third floor. We have an F-22 exactly 8 miles out. Put the woman on the phone or I will blow up the block before you can make the lobby. We need you to come in. Are you kidding? I'm working. This takes precedence. I'm in the middle of an interrogation. This moron is giving me everything. I don't give everything. Look, you can't pull me out of this right now. Natasha. Barton's been compromised. Let me put you on hold.